Время шло медленно, его считали десятилетиями. 10 января в Лондоне открылось движение по подземной железной дороге. А в Петербурге 27 августа этого же года открылась Конка. Первая линия прошла по Невскому проспекту. На Конке ездили все. Гимназисты, чиновники, дамы. Билет внизу стоил 5 копеек. Вверху на Империале 3 копейки. Время пошло заметно быстрее. Наступал 20 век. В Париже открыли метро. В городскую думу Петербурга тоже был подан проект о строительстве подземной дороги. Дума ответила, что об этом думать нечего. Хватит и трамвая. Хозяева. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «черт побери все», его ли душе не любить ее? Кто тогда поверил бы, что автомобиль заменит извозчика? Пешеходов заметно прибавилось. Для них открыли русскую фабрику, скороход.